Если ты человек со слабой иммункой, да, и взял, открыл хлебницу, вытащил хлеб, на который у тебя вырос какой-нибудь черный мукор, да, красивая такая плесень, которая, как ниточки, и выпуская спаранги, размножается, ее видно даже невооруженным глазом. И вдохнул, вот недавно был случай где-то, то ли в Индии, то ли еще где-то, вот вдохнул человек, особенно после ковида, и хобана, вот она перегородка, вот она слизистая питательная среда, мозги в нескольких сантиметрах, гриб прорастает, и до свидания. Все, остановитесь! Мне теперь хочется покупать каждый раз новый холодильник, когда у меня заплесневел там какой-нибудь банан.